Всем привет! Это топ-3 товаров на AliExpress. И сегодня я подготовил вам очередную порцию интересных товаров, которые можно заказать у китайцев. Первый из них мне очень понравился. Это вот кровать Тоторо. Для тех, кто не знает, Тоторо — это такой японский зверь, что-то типа лесного кота. И вот в виде этого кота сделана кровать. По-моему, просто шикарная. Но стоит это удовольствие весьма прилично. $373 за самую большую кровать. Это 170 на 250 сантиметров. Огромные котища. Имеются варианты в двух цветах. Тут какой-то непонятный с коричневыми глазами. И второй классический, улыбающийся. Самое прикольное, что вам даже не надо будет одеяло. Ну, если летом, конечно, пользоваться этой кроватью. Можно просто залезть в карман и спать. По-моему, очень классная штука. Кидайте просто на пол, и спать можно где угодно. И ничего больше вам не надо. Ну, вот так выглядит небольшой односпальный вариант. Вот. Но на самом деле это стирать потом это все дело будет, наверное, не очень удобно. Поэтому задумайтесь о постельном белье. Ну а сама по себе задумка очень классная. Я бы себе такую хотел кровать. Причем вы можете вот ее согнуть тут как удобно, тут какой-нибудь, не знаю, пуфик сделать из него. В общем, многофункциональная вещь и очень здоровская. Еще одна штучка, которая мне понравилась. Тут, конечно, все попроще. $4,5 почти. Вот такая насадка для крана. Называется аэратор. И самое классное конкретно в этом аэраторе то, что он в зависимости от температуры воды меняет цвет. То есть, во-первых, оно само по себе выглядит классно. А во-вторых, это еще и индикатор температуры воды. Если холодная, то синий. Если теплая, то зеленый. Если горячая, то красный. По-моему, очень здорово. И здесь не нужны никакие батарейки. Внутри там наверняка какая-нибудь термопара зашита, небольшая, которая от нагрева генерирует определенное напряжение. А чтобы гореть светодиоду, ему много и не надо. Вот, так что я предполагаю, что тут все просто. Ну, по-моему, красиво и достаточно практично. Не сказать, что у меня острая нужда в этой вещи, но, возможно, когда-нибудь закажу. И еще одна интересная штука. Вот такая лампочка. Стоит эта штуковина десятку. И если присмотритесь, вот подключена эта лампочка к солнечной батарее. То есть такая походная лампочка. Вы ее там вывешиваете на день на улицу куда-нибудь. Она заряжает вашу лампочку, и потом вы просто эту лампочку включаете там куда-нибудь, не знаю, в подвал, в погреб, в какой-нибудь палатке. Здесь вот нарисовано дальше, например. Подвесили ночник, и вам светло. Сзади здесь показана кнопка включения и USB вход. То есть на самом деле вам даже не обязательно заряжать именно от солнечной батареи. Можно какой-нибудь там USB адаптер воткнуть от компьютера или от розетки. И можно спокойно заряжать. По сути, ничем не отличается от обычного фонарика, но в виде лампочки. В характеристиках мы видим, что световой поток тут 130 люменов, но 130 люменов световой поток — это очень печально на самом деле, потому что это очень тускло. Может быть, тут 0 они пропустили, тогда это где-то ближе к 100 ваттам, наверное, будет. Это уже веселее, но я не уверен, поэтому лучше поговорить с продавцом, если вдруг вам понравится. Сам по себе девайс прикольный. На этом на сегодня все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и смотрите мои следующие видео.